2020 года. С вами Артур Диатулин, и это обзор рынка от компании Техмил. Азиатские фондовые рынки завершили пятницу в зеленой зоне, а европейские акции показывают сегодня смешанную динамику, так как вчерашняя паника, связанная со всплеском подтвержденных случаев заболеванием коронавирусом, не сумела развиться. Чиновники центральных банков развитых стран остаются поразительно спокойными, настаивая, что исходя из текущего развития ситуации, из текущего развития эпидемии, эффект на экономику от коронавируса будет, от вспышки коронавируса будет ограниченным. Также в пятницу поступило заявление от главы влиятельной группы лоббистов в США, который отстаивает интересы компаний, ведущих бизнес в Китае и с Китаем. Так вот, глава этой группы заявил, что он уверен в способности Китая, возможностях Китая исполнить обязательства по первой фазе сделки. Напомню, что соглашение, заключенное в январе, подразумевает увеличение импорта из США на 100 миллиардов долларов в год по четырем основным торговым категориям. Это сельское хозяйство, энергетика, услуги и конечная потребительская продукция. Прирост числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом, как и ожидалось, оказалось сегодня существенно меньше, чем в четверг. Всего 5 тысяч человек. Напомню, что в четверг это было 15 тысяч. И такой резкий всплеск в данных произошел из-за того, что изменились правила учета, правила включения в статистику, правила формирования подтвержденных случаев. То есть начали также включаться в подтвержденные случаи люди, у которых проявились клинические симптомы. Как, например, быстрое развитие лихорадки и быстрое развитие пневмонии. Соответственно, отсюда образовалась цифра 15 тысяч в статистике. Сегодня она составила 5 тысяч человек. Сравнительно беспечное поведение фондовых индексов, инвесторов на фондовых рынках, вероятно, сейчас отражает ожидание, что воздействие вспышки коронавируса не будет длительным на мировую экономику, на такие экономики, как США или еврозона. Мировая экономика быстро оправится от удара, и все-таки стоит начать фокусироваться на более важных, менее, будем так говорить, приходящих факторах риска, таких как исполнение торговой сделки. Например, можно как раз таки заметить, что евро сейчас снижается за счет того, что были опасения, что китайские компании, китайское правительство, чтобы исполнить договоренности, чтобы следовать договоренности с США, они должны будут сократить импорт товаров, именно конечной продукции из еврозоны, чтобы увеличить импорт товаров из США. Из этого будет страдать экономика еврозоны. Уже появляется трещина повсеместно в экономике еврозоны, об этом говорят данные, что, собственно, выражается в снижении евро, которое теряет поддержку за поддержкой. Китайское правительство, в свою очередь, объявило о масштабных мерах стимулирования и неоднократно повторяло, что экономические цели на 2020 год не будут достигнуты. Правительство не собирается сдаваться. Чуть позже они, конечно, сменили формулировку на менее амбициозную, заявив, что будет стремиться к достижению поставленных целей. Чиновники мировых центральных банков отнесли вспышку коронавируса ко второстепенным рискам, но это сделали неявно, конечно. И по определению второстепенных рисков, а это именно то, что риск, второстепенный риск, он требует мониторинга, но не настолько значителен, чтобы как-то изменять параметры политики. Это значит, что коронавирус на радарах ЦБ, центральных банков, он будет оставаться, но не будет приводить к изменению политики, по крайней мере, исходя из текущего развития ситуации. Поэтому, собственно, например, фондовые рынки в США как-то довольно-таки вяло, довольно-таки нечувствительны к новостям по
по изменению ситуации с коронавирусом. Это вот можно заметить из последней динамики S&P 500, который очень быстро остановил потери после изначального небольшого падения, небольшой начальной распродажи на фоне негативных новостей из Китая. Что касается китайских фондовых индексов, Шанхайский композитный индекс и индекс голубых фишек CCI 300 оба выросли. А второй индекс вырос 0,7%. Что самое интересное, с момента вот, с начала торговли вот, после китайских праздников он восстановил 95% падения, несмотря на то, что мы получаем достаточно тревожную, будем говорить, статистику на первый взгляд по развитию ситуации с коронавирусом, но это вот не воплощается, не отражается в данных фондового рынка, что поднимает вопрос о том, а не регулирует ли Китай как-то фондовый рынок, не влияет ли он как-то на него. Но это все, конечно, из области конспирологии. Конечно, есть, вероятно, воздействие монетарного стимулирования, избыточной ликвидности за счет того, что Китай упростил доступ к кредиту для и предприятий различного сектора, и для банков, которые, собственно, снабжают предприятия ликвидностью. Участники рынка также посчитали это за более сильный катализатор, что как раз-таки выразилось вот в таком резком росте. Это может быть, на самом деле, отражать не ситуацию даже с коронавирусом, а может отражать именно действия Центрального банка, именно масштабные стимулирования, которые будут достаточно, чтобы покрыть, чтобы отыграть все потери, связанные с коронавирусом. Европейская валюта снизилась на 1% на этой неделе, снизилась до трехмесячного минимума на фоне слабых данных с производственного сектора и политических рисков, растущих в Германии. А на этой неделе, как я уже сказал, единая валюта уступила 1%. Доллар продолжает снижаться, продолжает щупать уровни поддержки следующие. Сегодня данные по ВВП не оправдали ожиданий в еврозоне. ВВП вырос в четвертом квартале на 0,9% против прогноза в 1%. Это усиливает давление на европейскую валюту в торговле с долларом. Сейчас американские активы у нас более привлекательны, а по отношению к европейским за счет такой поразительной устойчивости экономики США по сравнению с европейской экономикой, в том числе на ситуацию, в том числе это выражается в ответе на ситуацию с коронавирусом. Действительно, более устойчивая американская экономика, исходя из последних данных по инфляции, по пособиям по безработице, которые вчера показали. Пособия по безработице у нас продолжили снижаться, в то время как потребительская инфляция составила 2,3%. Сильнее всего рост сектора услуг. Именно в секторе услуг наблюдалось более серьезное, более сильное инфляционное давление. Это как раз таки тот сектор, которым заняты 80% населения в США, что говорит о также о росте во повышении зарплат в секторе услуг, что благоприятно для американской экономики, что сулит благоприятные перспективы для американской экономики. В выступлении перед Конгрессом на этой неделе глава ФРС Джерем Пауэлл заявил, что он заявил, что нет причин не ожидать продолжения экспансии в США. Это достаточно сильное заявление, достаточно однозначное заявление для главы Центрального банка, что достаточно не характерно. Вообще, это говорит о том, что у Центрального банка сейчас есть уверенность в продолжении экспансии, что достаточно редко вообще для Центрального банка, который практически всегда выражает неуверенность, практически всегда оставляет место для маневра, чтобы в случае ухудшения данных не возникло к нему вопросов. Сейчас растет дальше вероятность снижения пары евро-доллар, в том числе после выхода данных по розничным продажам. Вероятно, все-таки пара прорвется через поддержку в 1,08 и дальше продолжит движение в сторону более серьезного барьера для снижения, более ощутимого уровня поддержки на уровне 1,07. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в понедельник.